Уважаемые пассажиры, рады приветствовать вас в петербургском троллейбусе. Маршрут обслуживает Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Троллейбус следует по маршруту номер 46 до конечной остановки проспект Народного ополчения. Остановка проспект Ветеранов. Следующая остановка проектируемая улица номер 4. По требованию. Проектируемая улица номер 4. По требованию. Следующая остановка – улица генерала Кравченко. Thank you.
Следующая остановка – проспект Ветеранов, дом 171. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, при посадке, пожалуйста, не стойте у двери. Проходите в салон. Остановка проспект Ветеранов, дом 171. Следующая остановка улица маршала Мерецкого. Остановка улица маршала Мерецкого. Следующая остановка улица Пионерстроя. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Берегите свое здоровье. Напоминайте другим пассажирам о важности использования средств защиты. Остановка улица Пионерстроя. Следующая остановка проспект Ветеранов, дом 149.
двери закрываются. Уважаемые пассажиры, при посадке, пожалуйста, не стойте у двери. Проходите в салон. Остановка проспект Ветеранов, дом 149. Следующая остановка улица Летчика Пилютова. Остановка улица Летчика Пилютова. Следующая остановка улица Пограничника Горькавого. Остановка улица Пограничника Горькавого. Следующая остановка улица Компасова. Осторожно, двери закрываются.
остановка – улица Тампасова. Следующая остановка – улица Добровольцев. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Берегите свое здоровье. Напоминайте другим пассажирам о важности использования средств защиты. Остановка – улица Добровольцев. Следующая остановка – улица Партизана Германа. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходному переходу. Помните, нарушая, вы подвергаете опасности не только свою жизнь. Партизана Германа. Следующая остановка – Авангардная улица. Осторожно, двери закрываются.
остановка – Авангардная улица. Следующая остановка – проспект Маршала Жукова. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и не забывайте личные вещи в общественном транспорте и на остановках. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных вещей, не трогая их, немедленно сообщите кондуктору или водителю. Самостоятельно не перемещайте и не обследуйте обнаруженные безнадзорные предметы и вещи. Наша безопасность в наших руках. Остановка – проспект Маршала Жукова. Следующая остановка – улица генерала Симоняка. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Берегите свое здоровье. Напоминайте другим пассажирам о важности использования средств защиты. Остановка – улица генерала Симоняка. Следующая остановка – универсам Талицкий. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, помогите пожилым людям при входе в троллейбус и выходе из него. Возраст достоин уважения. Остановка «Универсам Талицкий». Следующая остановка – улица Солдата Корзуна.
двери закрываются. Остановка улица Солдата Корзуна. Следующая остановка улица Козлов. Осторожно, двери закрываются. Козлова. Следующая остановка – торговый центр.
Остановка «Торговый центр». Следующая остановка – улица Лени Голикова. Остановка – улица Лени Голикова. Следующая остановка – станция метро «Проспект Ветеранов». Уважаемые пассажиры, пожалуйста, помогите пожилым людям при входе в троллейбус и выходе из него. Возраст достоин уважения. Остановка – станция метро «Проспект Ветеранов». Следующая остановка – Дачный проспект.
Дачный проспект. Следующая остановка – улица Подводника Кузьмина. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Берегите свое здоровье. Напоминайте другим пассажирам о важности использования средств защиты. Остановка – улица Подводника Кузьмина. Следующая остановка – Ленинский проспект. Осторожно, двери закрываются. Дайте жалости детей у дороги. Помните, транспорт мгновенно остановить невозможно. Остановка – Ленинский проспект. Следующая остановка – станция метро «Ленинский проспект». Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, будьте бдительны, следите за сохранностью своих вещей и ценностей.
Остановка станция метро Ленинский проспект. Следующая остановка проспект Народного ополчения. Конечная. Осторожно, двери закрываются. Остановка проспект Народного ополчения. Конечная. Троллейбус прибыл на конечную остановку. Пожалуйста, при выходе не забывайте личные вещи и документы. Не торопитесь. Тики, держите за руку. Спасибо, что выбираете нас. До новых встреч.